Итак, в центре Омска иномарка провалилась в яму. Водитель Ниссана не заметил препятствия, заехал передними колесами в яму и опрокинулся на бок. Инцидент произошел в районе дома номер 34 по улице Косарева. Яма здесь образовалась накануне, проводились ремонтные работы, говорит местная жительница. Дом, вот который там дальше, у них что-то с отоплением, что там, я не знаю. И они, значит, решили, что здесь... Проверить все должны и посмотреть отопление. Вот они копали, потом оставили. Неделю, наверное, больше была вот такая яма. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба госавтоинспекции. Отмечу, что яму до сих пор не устранили.